Народ, всем привет! Сегодня уже 26 сентября 2023 года. У нас всю ночь шел такой дождь мелкий, все намочил. В 10 километрах отсюда выпал снег. Вы видите, как все пожелтело, березки осыпались. Ну, слышите, да? Птички веселые. Скоро надо будет заносить попугаев уже в теплый вольер. Размножение, как-то их не прекращать. Нюшенька, как всегда, со мной. Пошли обход. Нюша моя со мной. Всегда, никогда меня не оставляют. Если даже здесь со мной не ходит. Вон, мадам там наблюдает за нами. Вон она. Анюшенька со мной, всегда рядом. Да, Анюша? Ну давай, давай, пойдем смотреть барашков. Сено дал сегодня. Первый раз они у меня кушают сено. Это мое заготовленное, которое я готовил. Покупное. Ну, распаковывать будем где-то в ноябре. Ну, завтра, послезавтра опять потепление. Сегодня ночью было плюс 3, плюс 2. Где-то так. Сейчас довольно прохладно, я вот фуфайки затопил котел, кстати, да. Сейчас, смотрите, сразу, когда это дымит труба, так нравится, сразу дом как будто это живой. Вот. Котел затопил вчера вечером. Затопил, поставил на 60 градусов его. Дома просто стало жарище, пооткрывали везде окна. Спали с открытыми окнами, даже дождь шел, потому что уменьшаешь, когда уже видите, температуру котел набрал, а когда закрываешь, там на 40 ставишь, уже все, заслонки закрыты, и когда котел их открывает, температура падает, а это уже, ну, уже все тухнет полностью. Когда он на режим выходит на 60 градусов, он как бы, знаете, я вам сейчас покажу, он это все поддерживает. А когда полностью заслонки закрыты, ну, в течение часа они просто там без воздуха все тухнет. Поэтому оставил на 60 градусах. Просто окна пооткрывали везде на микрощели. Ну, такие на проветривание. И все хорошо. И воздух свежий, и дождь тарабанил под окнами, слышно. А то так ничего не слышно. И спали при свежем воздухе. Вот смотрите. Котел, да, затопил вчера вечером. Закинул дрова. Вечерком, утром пошел, в часов 5 встал, пошел посмотреть, думаю, что там. Открываю котел, смотрю, там еще все тлеет в дрова. Ну, на самом дне уже там угли лежат. Опять закинул стопку дров, и он опять у меня дальше дымит. Ну, дом заштукатурил, конечно, сейчас в доме вообще, ну, теплынь. Ну, это еще, конечно, не холод, но все равно сырость, вот эти первые холода, они все равно как-то неприятны. Сейчас снег выпадет, когда ударит минус 40, минус 30. Вот тогда проверим. А так сейчас еще говорить, ну, рано. Пойдемте, сейчас покажу, как котел работает. О, хрустят. Жирный вечер, по-моему. Сейчас у них навожу порядки, вон, подогнал, все чищу. Вот этот вольер. Вот эти доски, которые разобрал тогда, все еще так валялось. Сегодня занимаюсь вот этими делами. Завтра, послезавтра. Сейчас вот это все почищу. Здесь надо будет, у меня, видите, там кормушка снаружи, на улице смотрит. Вот это сейчас все приберу. И вот здесь вдоль этой стены сделаем кормушку. Ну что, даже сюда зашла на обход. Вдоль этой стены сделаю кормушку. И будем кидать уже сюда. Сено, траву, ну, корма, чтобы даже снег, дождь, уже всегда все будет сухое. Ваня, ма, иди сюда. Манька, иди сюда. Завтра, если погода будет хорошая, без дождя, пойдем на этот, на выпас новый. Завтра, наверное, запущу к ним уже барана. Пускай уже обгуливает. Нюша вообще, она вообще это. Ой, это надо было, это, наверное, душа собаки. Тело кошки перепутали при рождении. Или душа этого льва. Она вообще никого ничего не боится. Че, вот, пришли нюхать ее. Дети, кушайте сегодня, гулять не пойдете, сегодня сыро. Ладно, пойдем. Нюша, пошли.
Пойдем. Потом пойдем курей кормить. Пошли давай. Домой пошли. Идешь, нет, Мишенька? Ну что? Сейчас пойдем, смотрите. Нет, туда хочет идти. Сейчас я выйду. Побежал. Все. Обычно сразу идет, когда говоришь, пошли туда. А здесь хочет в ту сторону. Пойдем, мой хороший. Так, вот котел сейчас в режиме тления, видите? Почти все прикрыто. И он, если там дрова постоянно находятся, вот еле-еле воздух туда сейчас идет. Сейчас, смотрите, разгорится. Вот, когда... Вот, слышно, да? Вот он датчик, термодатчик. Он держит вот эту 60-градусную температуру. Хоть сюда вагон дров закинь, больше 60 градусов здесь не поднимется. Потому что здесь регулировка выставлена на 60 градусах. И все это милое дело. Просто дрова тлеют. Блядь. Вот. Видите? Тление идет. И все. Сейчас снизу покажу. Ну, сейчас дверь здесь открыл. Это пошла тяга. А вот он стоит. Вот все, разгорелось. Видите, как быстро. Он стоит, потому что здесь вот он тоже заслонка играет. Он стоит в режиме тления. Вот на данный момент. Все, милое дело. Закинули дрова. И, ну, часа 4 гарантия он их держит. Сейчас... В том году так было. Сейчас он, блядь, больше держит. Я не знаю, что случилось. Дома штука, наверное, тепло больше стало. Поэтому вот, вот слышно, наверное, да? Вот немного воздуха вот туда попадает и все, и он тлеет, как коптилка. Дрова не горят, поэтому он и этот долгоиграющий называется, держит очень долго, много тепло. Бесперебойник на случай отключения. Сейчас что у нас? 228 заходит, 201 выходит, но насос. Это заход, выход, по-моему, батарейка аккумулятора этого. Ну, как его? Аккумулятор, ну да, аккумулятор же называется. 100-вольтовый аккумулятор. А, 100 ампер. 100 ампер. Ну... На 8 часов лично мной проверено, хватает его, хотя и говорят там на сутки, нет, на сутки он не хватил. На часов спокойно хватает, чтобы потушился котел. Он держит вот этот насос, вот он циркуляционный насос в системе стоит, который гоняет воду в системе. Все, вот этот насосик работает. Если на случай отключения света... Вот, давайте вам покажу. Вот сейчас, например, выдергиваем, смотрите, выдергиваем. Вот, сигнал дал, что отключилось электричество. Видите, питание верхнее пропало. И все. Вот он сейчас работает чисто на аккумуляторе. Ставим сейчас там первую скорость, например, да, если хотим, чтобы подольше нам хватило. Ставим на первую скорость, все, это вообще будет очень... На второй скорости 8 часов держит. На первой скорости он будет держать дольше. Так, включаем электричество. Вот пошло электричество. Все. Вырубило. Теперь он работает от сети. Вот как. Вот за эти несколько секунд. Ну там то, что разрядилось, например, да. Вот он даже там миллиграмм разрядился. Вот сейчас он его заряжает. Да, аккумулятор заряжается. Как дают электричество, все подключается, и аккумулятор полностью заряжается. Ну, а здесь моя стоит водосистема. Здесь у меня инструмент. Ну, и система водоснабжения дома. Ладно, пойдемте дальше заниматься овечками. Так что вот как-то так все работает. Пока все отключено, он еще, котел, работает от электричества. Например, ну, не хотите париться, кидать дрова, включая антенны. Вот здесь так 6 киловатт получается, если все включить по 2 киловатта, 2, 4, 6.
Если вот можно 2 включить, можно 4 включить. Если сильно холодно, можно все 6 включить. 2 киловатта с головой хватает, чтобы нормально себя прекрасно. 4 киловатта, вот 4 киловатта спокойно хватает на отопление дома. Это вот сравнить даже один обогреватель, вот эти, которые стоят, ну, в комнате, как они, батарейные, масляные батареи, или там какие-то инъектора, вот они, у них, они, по-моему, 3-киловаттные. Ну, считай, вот один обогреватель такой будет обогревать весь дом. Вот как, он-то не обогреет, а вот столько потребления, такое потребление мощности, как 1 киловатт, вот потребляет котел и обогревает весь дом. Вот как-то так. Все стоит еще на автомате. Если температура, например, вот в котле 50 градусов, да, он автоматически его выключает. Можете, он комбинированно работает. Дрова погасли, потухли, температура упала в котле, вы дров больше не кинули, включаются тены сами по себе. Автоматически они, ну-ка, их надо включить. Вот сейчас они включены. Видите, горит. Вот они стоят включены. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот включены. Температуру сбавляем. Сейчас они выключатся автоматически. Вот. Ну, видите, он на 50. Все, они вырубились. Если я не подкину дрова и упадет температура, они включатся. Вот упала температура. Поднимаем, да, вот здесь. Вот они включились. Все работает на автоматике. Поэтому это очень комфортно и очень приятно. Ладно, пойдемте дальше заниматься. Это вот характеристики, делами. Купер Про. Время горения до 12 часов. Ну, на дровах, на угле, да, на дровах нет. Так, ну что, давайте сегодня объединим барана. К яркому запустим. Пойдем, ма, пойдем, Борька, ма. Идем сюда. Пошли, ма, идем. Вот здесь девочки тебя ждут, идем, ма, Борька, ма, идем, мой хороший. Тима, сбегай с той стороны, шугни, дверь открой, ма. Аккуратно открой дверь, чтобы они не ушли назад. Давай, заходи, гони их сюда, ма, Борька. Давай, гони. Он не боится, ну так, подшугни его, ма. Давай. О, ма. Девки смотрят. Давай, идем. Давай, толкай. Давай. Ну, давай, блядь. Пини его посильнее с ноги. Давай, ма. Давай, еще немного, Тима, еще немного. Все, сейчас вы. Давай, Борька, идем. Блядь. Давай. Вот он вышел. Заходи. Вот они, девки, заходи. Знакомство. О-о-о. Все, Тим. Спасибо. Знакомство, давайте посмотрим. Смотрите, как облепили. Вот это, у этой черной яркой что-то она сегодня мечет, вроде бы как течка, что ли, у черненькой. Ну все. С 26 сентября я загнал барана примерно. Если все хорошо, удачно пройдет, то... ну, в конце марта, в начале апреля. Не, ну, в апреле мы уже получим ягнят. Вот это яркий. Ой, ну чё вы такие, а? Вот это яркий, я еще что-нибудь сейчас завяжу на спину, чтобы ее баран не обгулял. Вот, смотрите, крупная ярочка. Но она здоровая тоже. Она, ох, тьфу-тьфу, она принесет нам хороший ягнят. Сейчас. Со временем, дай бог, я буду держать, если баранов также дальше заниматься, конечно, я будут отборные у меня, штук 10 ярок. Место не позволяет больше. Отборные барашки будут. Большими курдюками, крупные. Лучше из лучших будем выводить, оставлять. Этого запустил пучкарчика, но не знаю, он-то, наверное, не будет еще. Вот, все, начал обнюхивание. Все, сейчас он будет их всех нюхать.
Вот, смотрите, за этой ходит, за хвостатой. Что, она что ли мекала? Кто-то сегодня мекал, знаете, так мычал не сильно, вот так этот, полголоса. Ну, как бывает, вот. Охоту приходят, корова начинает мычать, воздух нюхать. Вот он за ней. Сейчас вот ее опять найдет, эту хвостатую. Вот сейчас, смотрите. Вот, вот, вот. Потерял он ее. Не стал за той ходить. Не, молодую не нюхает хорошо. Вот она молодая. Прям сразу стая такая барашков. 6 штук. Завтра их выведем на новое пастбище. Если дождя не будет. Сейчас познакомиться. Дождался. Вот все-таки за этой хвостатой больше ходит. Ладно. Все, будем теперь считать с 26 сентября. Запустил барана. А когда он их обгуляет? Ну, я думаю, до зимы, до декабря всех обгуляет. Так что вот как-то так убрался здесь у них. Надо еще разровнять. Выгоним их, когда уже пастись. Я буду спокойно здесь делать кормушку. И немного стенку переделаю. Как завтра их гнать на новое это, я даже не знаю, блин. Вот эту главную надо завязывать, вон большую ярку. Она главная, и все остальные, я надеюсь, пойдут за ней. Вот. Гоняет все-таки хвостатые больше. А этот как за батей бегает. Че? Как? Пожалуйста, не благодари. Сейчас похудеет, наверное. Сейчас он набрал опять массу, когда они вдвоем были с этим баранчиком. Летом что-то как-то похудел. Ну, я летом и не давал ему этой зерна, вообще не давал, на траве был. Целует. А мелкий тоже как-то смотрит на него. Ой, ладно, ну вот, пока выключу, ладно. Потом, если что будет интересно, сниму. Пускай пока привыкает друг к другу. Опять пошел дождь. Попугаи так траву кушали. Что-то спугнулись. Видно, моросит дождь. Наверное, ночью пойдет все-таки уже снег, если он будет идти. Бараны дал кушать. Кушают пока травы. Сено съели. Траву позавчера еще косил, вот сейчас остатки отдал. Осень. Чисто типичная осенняя погода. Воздух свежий, прохладный. Короче, офигенно. Дома сейчас тепло. Возле окна там или на кровати лежишь, то хорошо, все комфортно. Сейчас мы, когда котел показывал, включил тенны, а забыл же выключить. Тенны включились, все, он вообще заслонки закрыл.
И смотрю, что-то уже и дымить перестало. Захожу, а тенны, оказывается, включены, температура держится там сколько? 50 градусов. И все, и просто котел потух. Сейчас вроде бы... Нет, вот, блин, сейчас температура упадет, откроются заслонки, немного прогорит. Короче, вот как-то так. Тлеет. Вот это вот, вот сейчас пока отапливаемся бесплатно, потому что дров просто гора от стройки еще осталось. Вот это сейчас с вольера вытащил, где бараны. Поэтому топимся пока бесплатно абсолютно. Надо сжигать эти куда дрова. Потихоньку зимой будем сжигать. Ну как-то вот так, ладно. Попозже посмотрим, как что там баран. Как он с этими ярочками. Ох, блин, поливает. Вот вытащил тоже с этого. С бараника надо будет распилить, тоже сжечь. Температура в доме 25, на улице 4, ну почти 5 градусов, влажность 56. Человечек улыбается, вот видите, вот лицо. Значит, влажность как положено, температура падает. Дома офигенно просто тепло, очень комфортно. Сидеть только, смотреть в окно, как падают листья и идет дождик. На улице дождь моросит. Сейчас зашли ужинать. Нюшенька. Уснул? Ты греешься, да? Не уснул. Цезарь. Цезарь? Хорошо тебе? Не уснул. Ладно, сейчас за дочкой уже ехать надо. Пойдем попозже посмотрим. Олечек. Все, я кушаю, муж лежит на диване, греется. Вот он прошел где-то час. Бараш кушает, молодой. Не видно. Взрослый за самочками так и ходит. Че, все, привыкли, освоились? А? Вот опять что-то кашляет, чихает. Че, Ворк, че? А? Ты все-таки меня не этот помнишь, да? Все за мной приходишь. Ко мне приходит здороваться. Все вроде бы успокоились, не гоняет уже. Потихоньку обгуляет, как будет. У кого течка. Вот этой молодой мы что-нибудь придумаем. Какую-нибудь повязку. Надо, блин, на днях прям это все сделать. О, прям стадо у меня баранов. Ну, аж приятно смотреть, когда голубей шугаешь, там 3-4 голубя летают, а потом раз там пескуны или еще откуда-то появляется штук 10-15, уже как-то аж по-другому сразу смотрится. Так и вот, бараны. Сейчас я им дам зерносмесь, травы дал, ну и сено еще на ночь дам. Сейчас вот проехали ко мне, ну вот примерно километров 8 от меня они живут, даже меньше, 5, если от моста 5, ну где-то, да, наверное, километров 7-8, уже, говорит, снег лежит, а в город заезжает, мы же почти в городе живем, в город заезжает, здесь нет, на улице идет дождь, чем он хорош. Наконец-то не верит своему счастью. Девочка мы опустили. Ну что так, баран? Еще смотри. О, ты уже их охраняешь? Я думаю, что ты ко мне подходишь? Уже он разбегает. Я тебе дам. Да, получишь у меня. Он уже стадо охраняет, видите? Молодец. Все, уже начал защищать своих барышин, чтобы посторонние здесь не ходили. Ладно, пойдемте.
вольер. Скоро я их тоже переведу в курятник. Там переселение начнется. Попугаи кушают. Все, пойду кормить. За дочкой надо уже ехать в школу. Вот такая погода. Дождик идет. Все прикрыто. Котел так и дымит. Работает как коптилка. Ну все, народ, ладно, всем пока. Баранов соединили, отопление включили. Все, пока, все.